Всем привет, в эфире канал AliExpress Buyer. И сегодня у нас на распаковке трехосевой стабилизатор для мобильного телефона. Стабилизатор от конторы, который называется Feiutech SPG-C. Эта моделька предназначена для мобильных телефонов. Как видно, купил я ее за 6600 рублей. Плюс еще 430 рублей мне докинули сюда трипод. И за смешные 33 рубля мне еще докинули вставочки, чтобы можно было вставить экшн-камеру. Ну что, мне уже не терпится открывать. Давайте вскрывать по-быстрому. Вот дополнительно в посылочке проставки для экшн-камеры. Это подставочка для трипода. Пока я еще не открыл коробку, пару слов. Вот эта контора Feiutech довольно-таки известна своими стабилизаторами. Вот эта моделька SPG-C предназначена только для смартфонов. Также можно экшн-камеру сюда вставить. Если требуется стабилизатор для какой-нибудь фотокамеры, которая весит гораздо больше, это совсем уже другие деньги. Там стабилизаторы для них стоят 20 30-40 тысяч. Для мобилки это самый простой, относительно дешевый вариант. Упаковано все дело добротно. Мануал и warranty card. Как видно, мануал на английском. И хочу сказать, что, пожалуй, это на моем канале будет первый мануал, который я буду реально изучать, как общаться с этой штукой. В отличие от других мануалов. Откладываем в сторону. В комплекте кабель microUSB, самый обычный, и батарея. Батарея фирменная, брендовая, емкость 3000 мАч. Чехольчик прикольный, открываем. И сам стабилизатор сделан из металла, а некоторые части чувствуются прорезиненные. Хочу сказать, что пока что распаковка закончена. Мне требуется время, чтобы потестить этот стабилизатор, а потом уже рассказать о нем свое впечатление и какие-то интересные фишки, которые он умеет. Так что я пошел с ним разбираться, а вы ждите чуда монтажа. Итак, волшебство произошло, монтаж. Как видно, даже фон поменялся. Я довольно-таки хорошо изучил этот стабилизатор и хочу сказать, что очень им доволен. Это, пожалуй, самый большой вау-эффект, который у меня был от приобретения гаджета. Стабилизатор я буду использовать вместе со своим смартфоном Sony. В держателе стоят вот такие раздвигашки. Поэтому просто вставляем смартфон. Включение. Здесь есть кнопочка включения. Нажимаем, загорается диод и... Волшебство произошло. Сейчас у нас включен стабилизатор, и он постоянно смотрит вперед. Как бы мы ни водили быстро вверх-вниз, все время он компенсирует вперед. Вообще, по идее, его использовать нужно, держа вот следующим образом. И смотрите, что происходит. Поворачиваем ручку, и смартфон поворачивается в направлении ручки. Нажимаем на кнопочку один раз. Как видно, после нажатия кнопки я вращаю ручку, а смартфон все равно направлен все время вперед. Два раза кликаем, у нас опускается чуть-чуть горизонт. Если три раза нажать на эту кнопку, то телефон разворачивается к тому, кто снимает. Видимо, не знаю, чтобы быстро переключиться на какой-то режим селфи, самого себя щелкнуть. И потом обратно раз, два, три нажимаем. Возвращается. Работа стабилизатора очень тихая, беззвучная, никаких звуков, тресков нету, просто огонь. Дальше давайте поговорим о режимах съемки. Сейчас я включу экран на своем смартфоне, и у меня смартфон и гимбал просто связаны по Bluetooth. Здесь есть кнопочка съемки, нажимаем один раз, чпоньк, произошел фотокадр. Если мы на телефоне выставим режим видео, нажимаем, началась запись, останавливаем запись. То есть кнопочка вот эта записи завязана со смартфоном по Bluetooth. Также в магазине приложений в Play Market я скачал приложение. Приложение называется FeiUON. Запускаем его. Выбираем наш SPG-C. Нажимаем на кнопочку подключения.
найденные устройства, подключения. Сейчас запущено приложение, написанное разработчиками компании FiuTech. Это приложение, это такой комбайн, который сочетает в себе и приложение фотокамеры, и настройки этого стабилизатора. Ну, смотрите, например, давайте залезем в настроечки, что у нас здесь есть. По камере различные скорости поворота, наклона, видео, настройки фоторазрешения, качество, фреймрейт, локейшн, камера-контроль, различные настройки, watermark, location, display grid. То есть это настройки приложения камеры. Также отдельно есть закладочка gimbal. Это есть настройки нашего стабилизатора. Мощность мотора. На каждые три мотора можно подкрутить, сколько мощности им заливать. Установка режима следования. Там, следить там за лицом. Ось наклона. Настройки джойстика. Обратный ход, обратный наклон. Настройки по умолчанию. Вот это прикол. Запрос на обновление. Смотрите, нажимаем, смотрим, есть ли обновление прошивки. И здесь написано, что версия ПО стабилизатора 1.50, последняя версия 1.50. Хочу ли я его обновить? Позже скачать. Не знаю, какой-то тупой вопрос. Если тут последняя версия, зачем предлагать мне скачать такую же последнюю? С этим приложением чуть-чуть больше возможностей есть, потому что с обратной стороны гимбала здесь есть еще одна кнопочка. И с помощью нее, если мы ее зажимаем, эту кнопку зажимаем, и пользуемся джойстиком, то у нас идет зум. В обычном стоковом приложении Sony камеры эта кнопка не работает. Нужна специальная приложуха от стабилизатора. В этом приложении однократное нажатие на кнопку записи делает фото. Сейчас я нажму. Фотка сделалась, улетела. Если долго зажать, то начинается видеозапись. Не знаю, видно здесь на камере. Вот здесь идет счетчик отсчета. Не очень я понимаю, как теперь ее остановить, потому что нажатие на кнопку ничего не делает. 15-16, то есть запись идет. Не реагирует, запись никак не останавливается. Причем, если на эту кнопочку вроде бы стоп нажать на экране, тоже ничего не происходит. Вот такой обзор стабилизатора получился. В конце я еще приложу видеосъемку, пример, как я иду по улице и снимаю без стабилизатора и с стабилизатором. Еще раз хочу сказать, что гаджет очень годный, мне реально он понравился. Очень сильно он увеличивает качество изображение благодаря тому, что уходит тряска. Если вы какой-нибудь блогер, если вы просто хотите снимать хорошее плавное видео, то к приобретению просто must have. Офигенная штука. По ценам дешевле всего его покупать на Gearbest'е. Сразу предупреждаю, у меня проблем с Gearbest'ом не было, но слышал я негативные отзывы о Gearbest'е, о том, что может потеряться посылка, или прийти какой-нибудь брак, или побито. Обязательно платите PayPal. То есть, если вы шопитесь на Gearbest'е, напрямую карточкой не платите, только через PayPal. Тогда у вас будет защита там целых 180 дней. Спасибо всем, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите меня лайком. Подписывайтесь на канал, если вас интересуют обзоры посылок из интернет-магазинов. Всем пока. Сейчас я иду обычным шагом. Держу телефон в одной руке. Это видео я записываю при помощи стабилизатора. Иду таким же шагом. Можно чуть-чуть повернуть картиночку. И обратно. Вверх. Вниз. Вниз.